На какой площадке студенты Республики Татарстан могут затронуть волнующие темы и острые социальные проблемы? Где можно выйти на открытый и конструктивный диалог с властью? Об этом и не только в нашем следующем сюжете. Мы с вами в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс», и буквально несколько минут назад завершилось пленарное заседание 4-го завершающего этапа 9-го конгресса студентов Республики Татарстан. Итогом стало вот это проект резолюции, который состоит из 34 предложений, которые будут озвучены президенту Республики Татарстан, правительству Республики Татарстан, органам государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, ну и они будут реализовываться совместно с региональной молодежной общественной организацией «Лигой студентов». Мы понимаем, что это непростая и объемная задача. В интервью нашему телеканалу вице-президент по социальной работе региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан» Камалидин Бабахонов рассказал о подробностях подготовки проекта резолюции. Мы выработали очень долгим трудом. Если вы, я не знаю, поверите, не поверите, буквально ночью было согласование итогового текста данной резолюции, что означает о том, что до самого последнего момента мы совершенствовали все формулировки, для того, чтобы было конкретно, понятно, о чем, что просит студенчество и так далее. Обсуждения в рамках конгресса затрагивают проблемы от проживания в общежитиях до вопросов трудоустройства. 9-й конгресс стал площадкой для обсуждения по-настоящему громких и острых тем для студенчества. Это своевременный ответ на запрос молодежи открытого диалога. Цель – услышать голос студентов из каждой образовательной организации всех муниципальных районов Республики Татарстан. На протяжении 2 недель было проведено 56 круглых столов, где обсуждался большой спектр вопросов по 9 направлениям. В рамках конгресса появились новые востребованные институты гражданского общества. А в самом скором времени будет принята резолюция с предложениями от студенчества. Также аспирант КФУ Руфат Киямов был переизбран на должность президента Лиги студентов. Он поблагодарил всех участников. Хочу поблагодарить всех делегатов, всех участников и старших товарищей, которые приняли участие в таком историческом событии, как 9-й конгресс студентов Республики Татарстан. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универньюз.